Расстояние между континентами, океаны, тысячи километров преодолевает спутниковая связь. Услуги, доступные в любой точке по всему миру, предлагают участники выставки Communication 2017. Вот уже более 30 лет это важное событие в мире информационных технологий проходит в одной из наиболее динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии – Сингапуре. В этот раз выставка разместилась на территории экспоцентра знаменитого отеля Marina Bay Sands. На площади более 40 тысяч квадратных метров компании мирового уровня представили разработки в сферах спутниковой коммуникации, кибербезопасности, облачных сервисов хранения данных, интернета вещей и других передовых технологий, дающих возможность для реализации концепции так называемого «умного города», направление, в котором старается развиваться и сам Сингапур. Учитывая ускоряющийся темп развития мировых цифровых инноваций, необходимо дать импульс нашей собственной цифровой трансформации, чтобы предоставить возможность жителям и предпринимателям подготовиться к будущему. Мы должны создать сильную цифровую промышленность, а также ускорить преобразование других отраслей, чтобы увеличить производительность и создать новый синергетический эффект. Здесь, в Marina Bay Sands, экспозиции Communication Asia и Enterprise IT иллюстрируют, как развитие облачных сервисов, интернета вещей, использование и анализа данных, а также спутниковой связи совместно способствуют вовлечению бизнеса и правительств в глобальную цифровую экономику. Компании из Китая, Сингапура, Германии, Франции, Индии и, конечно же, России. Отечественный сектор на экспозиции был представлен всего двумя спутниковыми операторами. Часть инфраструктуры обоих располагается в Щелкове. Ежегодно выставка Communication дает возможность компаниям со всего мира представить современные разработки в сфере технологий связи и является ведущей площадкой для сотрудничества предприятий и отрасли в азиатском регионе. В этот раз на экспозиции можно было увидеть стенды порядка 1100 организаций из более чем 50 стран мира. С 2005 года неизменным участником выставки является и компания «Газпром Космические системы», телекоммуникационный центр, который располагается в России на территории города Щелково. Участвуя в выставке вот уже более 10 лет, компания «Газпром Космические системы» предлагает зарубежным клиентам и партнерам ресурс орбитальной группировки спутников «Ямал», зоны обслуживания которых позволяют оказывать услуги связи и вещания на значительной части земного шара. Этот ресурс пользуется неизменным спросом. В Азиатско-Тихоокеанском регионе у компании складываются прочные отношения с зарубежными партнерами. Действительно, эта выставка для нас очень важна, этот регион для нас очень важен. Более 40% дохода, который мы получаем на международном рынке, приходит как раз из этого региона. Здесь у нас довольно крупные, интересные партнеры. Это и такие крупные компании телекоммуникационные, как Singtel сингапурская, CCW, которая базируется в Гонконге, Speedcast. На данный момент на геостационарной орбите работают 4 спутника «Ямал», однако для Азиатско-Тихоокеанского региона наибольшее значение имеют аппараты «Ямал-202» и «Ямал-300К», которые являются самым восточным спутником российской орбитальной группировки. Доступ в интернет для корпоративного сектора и частных лиц, высокоскоростная связь на судах и самолетах, трансляция телевидения – услуги, которые могут быть предоставлены в любой точке зоны покрытия спутников. Так, например, вот уже более 10 лет «Газпром Космические системы» сотрудничает с одной из крупнейших корпораций в Юго-Восточной Азии – PCCW Global, базирующейся в Гонконге. В PCCW Global мы используем спутник Ямал-202, расположенный на позиции 49 градусов, начиная с 2005 года. Мы используем спутниковый ресурс для обеспечения услуг в Северной Африке, Индии. Множество каналов связи соединяют Индию со странами Центральной Азии и другими регионами. Динамично развиваются партнерские отношения между «Газпром Космические системы» и компанией «Speedcast», штаб-квартира которой также располагается в Гонконге. Используя ресурс спутников «Ямал-202» и «300К», она организует связь для морского бизнеса и доступный интернет для пользователей на азиатском континенте. На выставке стороны подписали новый контракт. Сегодня мы расширяем наши услуги, подписывая новый контракт на Ямал-202 в C-диапазоне, который направлен на развитие нашего бизнеса по предоставлению услуг морскому транспорту, пути которого пролегают в Европе, Каспийском море, в Азии. Мы получаем очень большую поддержку от компании «Газпром Космические системы», рады этому сотрудничеству, отношения крепнут с каждым годом и продолжают развиваться. Планируется развитие сотрудничества на базе спутника Ямал-202, и не только для проекта «Каспийское море», контракт на использование ресурсов, который был подписан на этой выставке,
Ну, также имеется ряд других перспективных проектов, в частности, Юго-Восточная Азия, Мьянма и другие страны. А вот отношения российского спутникового оператора сингапурской компании «Касифик» только начинаются, но уже дают результат. Благодаря этому сотрудничеству «Сигнал», поднимаясь на спутник «Ямал-300К» из Австралии, достигает территории Папуа-Новая Гвинея, Соломоновых островов и Восточного Тимора, где связь крайне необходима для важных социальных проектов. Мы сотрудничаем на протяжении последних 3 месяцев и очень довольны отношениями, которые установились с «Газпром космические системы». Мы верим, что качество услуг, которые мы начали предоставлять и намерены развивать, будет оставаться на высоте, и наши клиенты получат возможность разворачивать сети, которые обеспечат связь для школ, предприятий, больниц. Компания Singtel, крупнейший оператор фиксированной и мобильной связи в Юго-Восточной Азии, также использует ресурс спутника Ямал-202 и планирует развивать это сотрудничество в дальнейшем. Мы сотрудничаем уже очень давно, с 2005 года, и проделали большую работу. Сейчас используем значительный объем спутникового ресурса «Газпрома» для предоставления услуг нашим клиентам на северо- и юго-востоке, на Ближнем Востоке. Мы думаем, расширение ресурса в Азиатско-Тихоокеанском регионе в других частотных диапазонах, таких как КЮ-диапазон. Также «Газпром космические системы» продолжает успешно расширять сотрудничество с немецкой компанией «Сител», британским оператором «НССЛ Глобал» и другими. В скором времени у российского оператора и его партнеров появятся новые возможности по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце 2018 года планируется к запуску на орбиту спутник нового поколения. «Ямал-601» должен заменить космический аппарат под номером 202 и не только взять на себя его обязанности и зону покрытия, но также предложить клиентам новые перспективы. Будет иметь такую же зону обслуживания в C-диапазоне, как и его предшественник. И это значит, что все клиенты, которые сейчас работают на «Ямале-202», безболезненно перейдут на новый спутник. Более того, они получат еще некий бонус, потому что этот спутник более мощный, и в результате услуги, которые эти компании будут оказывать на базе его ресурса, они будут более экономичные, более доступные конечному пользователю. В целом, компания «Газпром космические системы» провела в рамках международной выставки 30 встреч и переговоров с партнерами из Сингапура, Китая, Великобритании, Индии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Германии и Японии. Словом, событие прошло для российского оператора весьма продуктивно и продемонстрировало, что ресурс спутников «Ямал» востребован не только на отечественном рынке, но и на огромных территориях вне России. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».